Окончательный вариант, да? Или еще будут допиливать? Могут. Ну, в принципе, то есть тут только изменения по запросам военных. Этого не может треснуть. Калибр? Тут 3D-принтер на цевье. А, тогда понятно. Это же прототип. Угу. То есть тут это нормально. Пистолет, по-моему, еще тоже ты говорил. Да, это такая пресс-форма. Это вот пресс-форма, это 3D-принтер. Угу. А по-другому приклад весь 3D-принтер. Ну, понятно. Тем не менее, он держит. Он телескопит. Да. Угу. Че? Там, по-моему, прозвучал, как-то можно. Ну да. Сейчас с дивизии скажут. Слушай, ну смотри, а вам что, уже сниматься? Ну как бы да, наверное. Ну, на самом деле, смотри, у нас вот с завода приехали, нам надо поснимать где-то полчасика. Но нам, в принципе, нет, никто не нужен. Нет, стрелять вы не будете? Планировали чуть-чуть для съемки. Флаги сзади. Прям. Пиар-пиар. Да. Очень прикольно. Да. Как я, нормально? Да. Под цвет жилетика. Прям. Жилетик прикольный. 5.11. Ну, стомин такой был. Я же с ним там не был. На стену.